Всем привет! Меня зовут Олена Рыжная. Сегодня покажу вам прическу на длинные волосы. Я знаю, что не все обладают навыками плетения французских кос. Это косы с подхватом. Поэтому сегодняшняя прическа подойдет вообще для всех, кто умеет или не умеет заплетать косы с подхватом. В такой технике можно доплести до самого конца, но я предпочитаю небольшой такой хвостик оставить. Вот такая объемная косичка получилась. Может быть немножко дольше, чем заплести обратную французскую косу, но зато здесь не нужны навыки плетения такой косы. Такую косу сможет повторить каждый. Попробуйте повторить такую же косу, выкладывайте свои работы в Instagram, отмечайте меня на своих фотографиях, ставьте хэштег «Уроки Оли на Рыжной». Ну а я с вами прощаюсь до следующего урока. До новых встреч, пока!